Всем доброго времени суток. Сегодня я ездил в Мозырь, в ту сторону. По дороге здесь есть деревня Боков называется. И в этой деревне, возле дороги, вот, находится родник. В этом роднике мне очень нравится вода. Сюда ездят и слельщиц, и из города много кто. Кто этот родник знает, вот. Знаю, про какое место я и говорю. Называется родник источник Ольховино или Ольхови. Снегом замело немного. Сейчас посмотрим. Источник Ольховица. Источник Ольховица. Здесь такой вот идет спуск. Здесь у нас написано «Внимание! Введен запрет на посещение леса». Ну, это к роднику не относится. Такая вот тропинка к роднику идет. Здесь также беседки. Наверное, для проведения мероприятий, для отдыха. Здесь находится вот указатель. Охранная зона, родник, паспорт родника, качество воды. Вот паспорт родника. Вот и сам наш родник. Сейчас будем набирать воду такую вот. Бутлю 6 литров. Источник живой воды Ольховица освящен православным О. Николаем настоятелем. Свято-Никольской церкви 21 августа 1999 года. Раньше здесь было просто у нас земля, лежали камни, и так воду набирали. А это вот на это Рождество рассказывали местные Мозыры, как я был, сказали. Сделали помостик такой, деревянный, дубовый. Так как на Рождество много народу было на этот родник. Сейчас мы... Конечно, можно было сделать бы сюда и краник хороший, повыше, чтобы удобно было воду людям набирать. Пополосим бутылку. Вот. Сделать повыше колодец или хотя бы выходы перебить повыше и вверх забетонировать. Так как здесь вот дубовая такая находится у нас заглушка, по бокам щелины, ну и здесь крыша сверху, вода то дождевая не затекает, вот ставит туда-сюда, бутли все-таки немного протекает. Вот мы начали набирать бутылку, она сейчас наполовину в воде. Когда уже наберется, так она утонет, где вертикально почти стоять. Вода в этом роднике очень вкусная, хорошая. Даже после двух недель простоя, вот когда наберешь, постоит дома недели две, вроде как свежая вода. Ни плесени не дает, ни осадка, никого, ничего. Вода очень вкусная. Как я и говорю, находится это у нас в местечке деревня Боков от Мозыря в сторону Лельщиц. Где-то километров 12 от Лельщиц, километров 60. Но от нас с Туровщины 120 километров. Вот остановилась еще машинка за водой. Я то уже набрал 4 бутылки 6-литровых, это 5-я, и еще в машине 3. Наберусь я, так как я редко в эту сторону езжу. Так надо запастись водой.
Также здесь вот мостик такой, замки вешают на свадьбу. Место знаменитое среди мозырских, ну и по району. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До свидания.